Нескончаемым потоком больше часа шли жители краевой столицы, курсанты и военнослужащие, несли цветы. Николай Павлович скончался 22 июня на 101 году жизни. Он был генерал-майором авиации, прошел всю войну, участвовал в Сталинградской, Курской битвах, бомбил Берлин. За его плечами больше 300 боевых вылетов. После войны он командовал авиационной дивизией. Больше всего Николай Жуган любил чистое мирное небо. Проводить в последний путь почетного гражданина Краснодара пришел губернатор Вениамин Кондратьев. Уходят свидетели Великой войны, уходят из жизни свидетели Великой победы. Уходит из жизни великое поколение нашего народа, которое отстояло страну. Остается только память. И пока будет жива эта память, будем живы мы, как народ-победитель. Настоящий патриот своей страны. Патриотизм для него был образом жизни. Он этим жил. Он жил гордостью за свою страну. Он переживал, что происходит внутри страны. Это и есть тот человек, который своими руками сделал нашу страну великой, своей жизнью, своим подвигом, которым таковым не считал. Он так жил. Николай Жуган – кавалер 3 орденов Ленина, 2 орденов Красного Знамени и теперь награжден Российским орденом Александра Невского. Указ подписал Владимир Путин еще в мае. Памятный знак родственникам ветерана передал командующий военно-воздушными силами России.